Итак, всем привет, 111 симулятор, и это будет на этот раз Cites XL Platinum, что означает, будем строить свои города в 3D, тут просто огромные сети городов, это, наверное, один из лучших симуляторов, но от RandomMedia, от немецкой компании RandomMedia, это точно. Ну, давайте посмотрим. Так, линии метро сейчас будем строить. Вот можно, да, и в снегах, и везде, и название своему городу дать. Потом я покажу вам, что я свой Тюмень начинаю строить свой город в Альпах, и хоть где можно их построить, на пляже. Вот, собственно, пляж. Вот города построены уже у нас. Видите, тут, кстати, полная 3D. Можно так сделать. Смотрите, офигенно. Да, все, это вы уже 3D. Посмотрим, берем сама. Никого нету, странно. Кстати, это можно и на пляже. Блин. А что за фигня? Никто уже не собирает. Будет так. Метроны, но там внутри. Ну ладно, смотрите, мы в городе. Ну, а, кстати, хороший компьютер имеет сюда. Ничего не лагало. Мы в большом городе. Сейчас загрузится все, подкрутится. Смотрите, сейчас вы сами смотрите, все построили здесь. Просто офигенские масштабы были. Твой город. Можете построить. Вот сами можете дома все построить, сносить, но я еще никуда не транспорт построить, все можете, скорую, хоть кого, непонятную милицию, все на городе делать, полиция, полиция, безопасность, людей, город, маршруты, линии метро, автобусы, ну и надо скоро маршруты задать. Дороги туда. Ну вот, собственно, можете дорогу. Вот, проделать вот туда, вот так. Вот. Где вы тут сделаете? Тут не буду дорогу делать даже. Мешает перекрытие. Надо ее не тут делать, где уже все построено, а вот, например. Тут вот новую дорогу можете сделать, кольцевая вот. Все вот ездить уже похуда посюду. Смотрите, и что-то я не тут мудрю. Смотрите, раз, два, три, четыре, все. Нет, вот так вот. Ага, получилось. О, видали? У меня что-то получилось. Никто сюда не хочет ехать. Скажет, дорога выросла, непонятно. Можно мосты, что тут за полный толстеп. О, поехали по моей дороге. Смотрите-ка, некоторые поехали в объезд. А, я вовремя сел тут как раз. Или не вовремя, теперь будет без знака автоаварии еще, кстати, пройдет на эти светофоры и все, как я понимаю. Это. Наоборот, я только создал. А че, блин? Люди ехали по моей дороге. Вот, и что, их там пропадает, блядь, ну-ка проследим. А, ну вот. Скажешь, объезд появился хоть от этих, от пробок. Это такой город, ну-ка и куда она теперь? Ничего, так-то прикольно играю, разобрался, наконец. Сначала мне не понравилось. Что-то говорят, много ошибок, считал на двух раздачах даже. Не будем говорить каких. О, моя машина поехала. Так, ладно, все. Да, это линии движения. Офигенские просто линии. Метро еще не сделано. Метро тут надо выполнить. Я не знаю, как метро делать. Ладно, не важно. Теперь я вам хочу показать кое-что.
Думаю, вы уже и так все видели. Но сейчас вы увидите, удивитесь красоте тому, что я тут все увидел. Самое интересное, что мне понравилось, собственно. Смотрите. Вот начало игры. Сейчас будет перед вами планета Земля. Welcome. Так, смотрите, и можно теперь, естественно, ее повращать. Вот и Антарктида тут, собственно, и Россию можно найти. Где Россия? Ну вот Россия, тут где-то вроде. Так, собственно, вот тут вы выбираете карту. Например, пляж. Снег можно выбрать. Слушай, мы потом не снег доберемся. До всего на все, смотрите. Все, пляж. И теперь, смотрите, вы просто сможете курорт и все создать. Создать свой город. Тюмень будет самый красивый город в мире, потому что я в Тюмени живу. И вот, пожалуйста, население, все плотно. Население надо было выбрать. Мы можем Тюмень, сейчас мы на Тюмень на пляж переместим, потом в горы ледяные. Здесь ледяные горы. Так, все спокойно. Вот где, собственно, наш пляж. А вот он. Смотрите, это просто офигенно. Сейчас как раз у людей начинаются отпуска, каникулы, и им будет подстать. Ну что еще можно? Гавайи! Гавайи! Галалулу! Вот в чем прибоя. Все есть. Можно сюда заселить людей, построить здесь свой город. Построй свой город. Да. Вот это просто офигенно. Чем дальше пойдешь, вот, вдрись. А он мне надо просто отдыхать потом сюда. Надо компьютер неплохой. О, этим, все, рейсы поехали. Полетели. Полная 3D. Можете тут нас построить. А где отмечено время? А, вот. Ну и чё, и как я должен по 3 раза проводить? Вау. Мосты. Неплохо, неплохо. Да ну, это как-то нарушает опять город. Опять город. Ну и что? Построил нас. Зачем он тут выстроил? Здесь не нужно. Ну давай, мост вырос какой-то. Ладно, понятно, что ничего не понятно. Я просто не разбираюсь никуда. Пока что. Да и не буду я сильно разбираться, просто обозрел свой классный симулятор, где вы можете свои города строить. Видите, Тюмень построил, свой город. Так, давайте теперь снег. Можно в пустыню, да, зайти, песок. Сейчас доберемся до снега, мне это нравится. О, солнце где-то там. Токио, где тут Китай? Сейчас мы переместимся в снега, наверное. Нет, давайте сперва в пустыню. Пустыня где? Так, пустыня, вот смотрите, песок. Нет, пустыня будет. Нет, песок. А, песок. А вот пустыня. Большой каньон. Нормально. Так, Тюмень перемещает теперь у нас в пустыню. Население 0,3. Еще посмотрим. Кто будет в пустыне селиться? Вот он каньон. Чей? Вау, это пустыня. Мы теперь уже в Сахаре. Самая известная пустыня в мире. Кактусики всякие будут, соответственно, все стилистика пустыни, да. Вы постройте здесь свой город, построй свою пустыню. Да, соответственно, мы теперь в пустыне. Можно найти животных, пустыню, соответственно,
Пау. Ну да. А ничего так графа-то, да? Посмотрите, просто офигенско. Для одного симулятора это слишком много тут всего. Ладно, понял, пустыню побывали, дали. Остался снег. Да, снег остался. На пляжах уже везде побывали. А вот в снегах все. Будут тут большие горы, я так понимаю. Ну теперь переселимся в нашу Сибирь. Родную. Зима. Зима. Зима, холода. Одинокие дома, моря, города. Все как будто изо льда. Где она? Снег. А вот, отлично. Пойдемте. Идемте. Да. Да. Да, да, да. Это снег. Вот и Сибирь. Матушка Сибирь. Сибирь. Сибирия. Ну что тут сильно деревьями все бульдозером бы разнести все это. Кстати, бульдозер. Вот. Вот это я понимаю. Так, смотрите. Теперь у нас есть бульдозер. Мы должны разнести зону. Да, точно, вот убрать можно. Для строительства зону, так я понял. Я давно научился. И построить тут горнолыжный курорт, например. Ну все, что хотите. Ну это рядом там. Вот речка снова. О, да, идеальное место для строительства чего-нибудь. Мост обязательно здесь надо построить. Я уже догадался там. Мост. Вот здесь-то явно мост нужен. Это как будут перебираться люди? Да блин, зачем вот одна? Вот отсюда, скажем. И вот сюда. Отлично, все, строим. Странно, как ты мост построил. Автобусные маршруты, да. Странно как-то. Надо поднимать, наверное, землю, ландшафт, потому что они что-то упадут. Что-то непонятное сделал. Ну ладно, сами разберетесь. Я, в общем, постройте новую линию сообщений. Постройте новую линию сообщений. Постройте эту дорогу. О, аэропорты можно. О, график, автобусные маршруты. Все можно сделать. Дороги. Построй свою дорогу. Да я не разберусь. О! Дорога построена одна. И стоп. Да, по кругу. Дорога по кругу. Так и мост, наверное, можно по кругу сделать. Это зачем? Смысл-то какой-то. Ну-ка, давайте попробуем. Хотя пытаемся. Я в один мост построить. Дорогу. Вот сейчас я попытаюсь мост построить. Я его здесь соединю вот с этим мостом. Не знаю зачем, но попытаюсь хотя бы. Это еще какая-то изогнутая дорога, странно. Изогнутый мост какой-то получается у нас. Не совсем ровно получилось, не совсем идеально. У нас чтобы ровненько получилось. Во! Не получается толку-то. Вы что, изогнутый мост? Вот еще один мост. А, я не знаю. А, это потому что ландшафт. Этот фильм я страдаю. Ладно, все. А что он изогнутый? Бред какой-то. Ладно, все. Ну все, я ничего не разобрался, как следует. Но зато я сделал свое дело и обозрел данный сигнал.
дальше здесь вот вам единственное, что я смог построить, это мост. И уже за это можете мне сказать молодец или спасибо. Нет, молодец я не молодец. Да, ладно, не важно, так все, тихо, важно. Ой, что я несу. Вот, вот прибой туда. Речка Тура. В Тюмени же Тура. Мы же назвали Тюмень свой город, значит это Тура. Не знаю, как вы назовете эту речку, но раз это Тюмень, я назвал так, то Тура. И мосты у нас есть тоже в Тюмени свои. Цивилизацию игру напоминает. Цивилизация. 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 Метро, я так и не понял. Постройте метро. Покажите мне свое видео или скрины, кто смог все тут разобраться. В дальнейшем. Я буду очень рад смотреть. Научите меня, сделайте супер обзор на данную игру, если у кого допустится. И научите всему. Не только меня, а всех. А вот это очень круто. Ага, вот, вода, о, перевозка транспорта, а вот статистики всякие, во, население, частота, плотность населения, всякая фигня, а, во, налоги, доходы, че это такое, я все понял, вот, метро, автобус, данный симулятор, вас год и лет, год, ну, недели, назад точно своего. Пока построите нормальные города, пройдете его. А мне подходит, потому что я осматриваю быстренько эту игру. И к следующему игру. Недаром уже обозрел, сделал обзор, осмотрел, потестировал.